Ну и третий, ребят, третий бой поглядим мы с участием этого игрока. Так сказать, закрепим. Закрепим пройденный материал. Это у нас превосходство, карта Фюргенский лес. Смотрите, да. Тут можно быстро встретиться с противником. Игрок решил это сделать, да? В чем там? А нет. Бред, на этих ультралоу точку, блядь, не видно ни хера. Как они, блядь, играют на ультралоу, я не знаю. Точки не видно, блядь. Графика некрасивая. Я понимаю, когда компа, блядь, не хватает мощности у компа. Когда у тебя комп, пиздец, нахуй, блядь, какой. Играть на ультралоу. Вот смотрите, леопарда он увидел. Видели как? Оп. А он его в ответку бьет. Так, включаем прицел. Это, ребят, кстати, смотрел не на вскидку. Это был просто... камера была включена другая. А теперь вот камера включилась его лица. Вот смотрим, что делает. ПВЕшника ждет. Что делать дальше? Ждет еще одного. Кого там? Raging Demon. Да, вот он выехал. А, блядь, это я на перемотке. Не на перемотке, но уменьшенной скорости смотрю. Смотрим дальше. Не, игрок старается не париться. Ну, у него не всегда это получается. Видно сразу, что играет человек. Маркера. Как бы игрок, блядь, сверхскиллово не играл, он видит, ну, смотрите, леопард, блядь, где он там, ебать, его даже не видно, сука, ну, блядь, ну, хули ты мне рассказываешь, что ты играешь, блядь, честно, ну, пидор ты, блядь, какой же честно, блядь, пиздец. Да. На тебе, блядь, горим, нахуй. Пизды сейчас тебе навалит леопард, нет, ебёшься. Блять, тебе повезло, что объект это чья-то машина, блядь. Тебя просто зажгли. Ну, смотрите. Вот он видит маркера. Он знает направление противника. Вот он посмотрел на одного, на второго, блядь. Надо, блядь, репу почухать, нахуй, и думать, как дальше ехать. Давай. Двигай. Вот, смотрите, леопард стоит, да? Вон там стоит леопард, чуть-чуть левее. Он делает вид, что будто бы его не видит. Вот, леопард делал выстрел. Игрок пока еще на него не отреагировал. Хотя, блядь, любой нормальный игрок сразу же, блядь, на эту вспышку отреагирует. И сразу же, блядь, посмотрит туда. Нет, этот же смотрит, нахуй, налево, блядь. Пизды сейчас в проезде не получить от того противника. И смотрит дальше. Смотрим. Он делает вид, будто бы, блядь, не видит. Ну ты ж, блядь, придурок, нахуй. Мы-то, блядь, и так понимаем, что значит так. Ну хули ты тут скрываешь, блядь? Вот еще один стоит леопард, блядь. Его не видно, да? Пытаешься его увидеть, но, блядь, его не видно. Вот. Типа рассмотрел. Так это было на ультралоу, блядь. Вот. Откуда ты знал, что тут, блядь, леопард стоит? Нет, просто. Да, блядь, повезло, нахуй, глянул направо, фу, блядь, ёб, танк стоит. Удачно заехал, пизды. Маус, тут уже тебя не простил, блядь, твоей наглости. Что-то сильно вообще охуел, блядь, заехал, блядь, такой. Центр танков, да, базара нет, у тебя перезарядка 5 секунд. Еще и броня такая, хер поймешь, ее нет, блядь, вроде бы ее нет, и она есть, блядь. Хер убьешь этот объект сюда. Вот он взял тоже, блядь, имба-машина, Т-44-100. Зверь, блядь, а не тачка. В свое время, блядь, на ней убивали, блядь, полрандома. Сейчас уже просто людям надоело, нахуй, на ней играть. Хочется чего-то новенького, блядь, и интересного. Игрок движется тоже. Куда он движется, бля? К судьбе? Нет, к маркерам, бля. А я...
приехал из Роуза. Смотрите, справа у него есть... он очень далеко. Его там, блядь, пусть найди, он его даже внимания не обращает. Они там, блядь, товарищем загуляли. Ну, где-то точку С взять, да? Да, успел. Очки нужны ему для респауна. Все, самое важное есть. Теперь вот смотрите, игрок, блядь, поворачивает, блядь. Корпус направо, потому что знает, что там стоит М47, который сделал сейчас выстрел. Это ж надо, блядь, вовремя посмотреть направо перед выстрелом, да? Как, блядь, совпало? Пиздец. Какое же совпадение? Пожар. Смотрим дальше. Игрок разворачивается налево. Смотрим, что тут у него рядом. Рядом у него позиция вражеских танков. Два вместе. Это вот Пантера, смотрите, прям буквально от него метров, наверное, 200. И гребрит долгий, блядь, до пор. И тут есть Пантера. Вплотную прям. Вот она стоит. И Маус стоит. Она Маусе знает. Пантере тоже знает. Едет обижать Пантеру. Вот он выехал на нужное место. А тут, блядь, кто у нас? Маус, блядь, опять пизды дал Маус. Как же, блядь, тебе не повезло. Чувак на Маусе опять тебя бьет. Пантера, скажи спасибо, блядь, дяденьке на Маусе. Вы ж видели, игрок на Пантере не успевал навернуть, блядь, башню. Все, съебался из боя. Да, тут не, блядь, не получилось понагибать. Пойдем следующий.